дорогой подписчик, у нас тут начинается шторм. Вот, но видите, какие тучи, как все серьезно. Сейчас будет такой ливень, такая гроза, уже грохот страшный. Вот, а я хочу рассказать вам про Б5. Она, в принципе, на канале есть. Я на ней катался, но почему-то я не снял вот этого кругового обзора. Почему-то я не поговорил с вами по поводу этой коляски. Ну, поэтому я выкладываю эту коляску уже повторно. Ёлки-палки, дождь пошел. И сейчас я быстренько вам попробую рассказать про нее. Коляска имеет хороший опционал, мы тут ее прикинули по бланку заказа, оказывается, она стоит новая более 900 тысяч рублей. У нас она, конечно, больше, чем в половину дешевле. Коляска новая, имеет пробег всего лишь 3 километра, всего лишь 3 км. Сейчас я вам попробую показать. 3 километра. Очень важная опция системы отведения пульта. Очень важная опция регулировка угла наклона сидения. Эта опция важна людям, которые имеют высокую травму. Так что, девочки, шейницы, стройненькие, высокие, эта коляска ждет вас. Если вас вдруг смущает передний привод, мы ее можем перевернуть на задний. С завода коляска была укомплектована, вернее, не укомплектована амортизаторами, мы купим новые, если это актуально, поставим. Резина пневматическая, шоссейная, с неглубоким протектором, очень хорошо для скоростных колясок. Есть освещение, есть крылья, спинка хорошая, кожаная, прям настоящая. Антиопрокидыватели, которые работают совершенно наоборот. Видите? По-другому. Сейчас я попробую показать, как это работает. И самое главное то, что эту колясочку можно купить по электронному сертификату. Все документы на нее есть. Так что, девочки мои, welcome, приходите. Коляска в наличии, ее ждать не нужно. Все мы померим, все мы расскажем, все мы покажем. И эта коляска будет приносить вам радость долгие, долгие годы. Без каких-либо проблем. Есть магнитная зарядочка. В общем, все необходимое для эксплуатации есть. Ну и коляска, которая имеет пробег всего лишь 3 километра, конечно, это 99,9% остаточного ресурса. Так что жду. Ну вот, надеюсь, видно. Он уже сложился. И вот так вот работает антиопрокидыватель на переднем приводе. Ну еще он работает тогда, когда вы на большой скорости резко либо останавливаетесь, либо упираетесь. И вот так вот он не дает коляске перевернуться уже вверх. В общем, Б5 в исключительно новом состоянии, в наличии. Ждать ее полгода, а может быть и больше, не нужно. Прекрасное состояние, 10 километров в час, свет, пульт ТЭН, есть USB, крылья по кругу, спинка, кожа. Собака зашла в гости, а это хозяин выгнал с позором. Да, Гаврюша? Бывает и такое. В общем, подписывайтесь, друзья. Тут еще и подушечка уже воздушная, противопролежневая. Вот и боковская, оригинальная.
ремень безопасности. В общем, все необходимое есть. Ну и комплектация не самая дешевая. Также доработаем. Все необходимое доработаем.